Ну что, дорогие друзья и зрители нашего канала, начнем видео нестандартно с вот этой великолепной презентации. Монтевиль Вилладж, господа, был здесь когда? Правильно, год назад, позже чуть-чуть. Покажу вам вот эту шахматку, но можете уже поставить на паузу, присмотреться. Одни из лучших цен, господа, в данном вообще, в принципе, районе, да и в принципе, все это, что осталось, господи, вы можете только в самый последний момент сейчас сорваться со своих мест и купить это, потому что если вы это не купите, обратите внимание, сколько здесь серого и почти что черного уже продано. Таких цен в городе Сочи найти вам не получится. Без меня уж точно. Ну, давайте со стандартного. Семья, всем привет, это Сочи, Краснодарский край. С вами, как обычно, ваш лучший самопровозглашенный консультант по подбору недвижимости в городе Сочи, Дмитрий Александрович, низкий вам поклон. Сейчас я присоединяю к нашей беседе Артура, ведущего специалиста по продаже недвижимости крупнейшей компании, и в данном случае застройщика, и данного объекта, и он вам расскажет, почему именно вы должны купить именно здесь эту площадь. А если честно, мне позвонил подписчик позавчера и сказал: Дима, я хочу купить триплекс, который сейчас по акции за 14 миллионов. И я сорвался сюда. Потому что последний раз я здесь был год назад, когда это все еще было бетонно, не было шоурума, ничего не было сделано. А сейчас здесь уже все почти что, уже в первую очередь почти готово. И у вас есть возможность, кстати, от 14 миллионов рублей зайти в данный проект. Артур, привет! Всем добрый день! Да. Давай начнем. Чего начнем? Давайте начнем с нашей презентации. Давай. Расскажу про наш комплекс. У нас комплекс вообще бизнес-класс. Находимся мы в Костинском районе, посмотрите на этот вид. Да, давайте сразу, сейчас знаешь, мы сидим сейчас, кстати, это тоже будет продаваться. Сейчас у нас шоу-рум, пока что это в резерве у застройщика, но соседняя половина, да, у нас, а не соседняя, ну в соседнем доме соседний половинка, дом. У нас одна единственная осталась, кстати, вот она, смотрите. Мы сейчас сидим тоже в 122 квадратных метрах, у нас здесь тоже своя терраса 36 квадратов. Мы сейчас вам покажем, как мы здесь сделали шоу-рум, поднимемся на второй этаж, но имейте в виду, мы сейчас, получается, здесь находимся, вот где резерв застройщика написано, а мы вам еще покажем, здесь есть такая одна осталась за 25 миллионов. Ну, вот, чтобы у вас было понимание, вот с первого этажа мы сидим, и вот у нас, в принципе, такой вот вид на море, и ребята обещают, что в конце года, да, вот эти провода будут загрязованы и убраны, собственно говоря, от своей ТПшки, собственно, да, под землю. Под землю, да, все верно. А, находимся мы в Костинском районе, да, по улице Саятнова. До центра Сочи у нас минут 15-20 езды, да, до Красной Поляны у нас час, и до Адлера аэропорта минут 30. Подтверждаю. Да. Комплекс у нас бизнес-класса. Что же мы под этим подразумеваем? У нас закрытая и охраняемая территория в 1,2 гектара, круглосуточный консьерж-сервис. На территории комплекса всегда находится обслуживающий персонал. Всего у нас 20 домов и 38 собственников. Что же у нас еще есть? Премиальное качество при строительстве и прокладке коммуникаций. У нас наша вишенка – это наш круглогодично подогреваемый бассейн с панорамным видом на Сочи и город. На город Сочи сколько, и сколько море. Сколько по размеру, скажи мне, он этот бассейн? 105, извиняюсь. 105 у нас квадратных метров бассейн. Патио-зона, лаунж-зона, все это у нас здесь. Да, ты по объему, я имею в виду, сколько он будет длина, у него ширина? 5 на 7, насколько я помню, может быть 5 на 10, сейчас не вспомню. Наверное, 5 на 10, я думаю. Да. Наверное, 5 на 10, да. 5 на 7 будет немножко маловато. Да, да. Собственно, на верхушке у нас будет здесь барбекю-зона, где вы с удовольствием со своими друзьями проведете время. Давай еще пару красивых картинок хочу посмотреть. Пускай люди полюбуются, как это должно быть, собственно говоря, а потом мы, собственно, выйдем уже и покажем вживую. Давай по планировочкам, чтобы было планировочка. Понятно. Это у нас... Сейчас мы здесь, да? Нет, сейчас мы находимся 122 квадрата, да. Это у нас триплекс, 81 триплекс. Квадрат. Все, триплекс, куда мы приехали, собственно говоря, вот 81 квадрат, то, что будет. Да, это у нас полноценная евро-трешка, первый этаж это кухня-гостиная плюс гостевая ванная комната, угу. А второй этаж у нас две выделенные спальни со своим санузлом. Вот. Слушай, ну, либо 80 квадратов, да, в принципе. И сейчас, давайте сразу, чтобы было понимание, пока мы не забыли. Вот цена входа лучшая на сегодняшний день 14 миллионов рублей, один по акции. А вот если вы сейчас смотритесь вот сюда, вдаль, вы увидите жилой комплекс «Сочи Парк». Вот он, смотрите. Северный склон Бытхи, видите? И рядышком жилой комплекс «Кислород». Так вот там 60 квадратных метров по стоимости... Сколько? 21 миллион. 21 миллион рублей. Ну, пускай даже 20 вам там кто-то продаст и так далее. Какие-то красивые. Это у нас зона бассейна. Угу. Опять же, уделили особое внимание, потому что это наша вишенка на торте.
Также у нас будет детская площадка и спортзона. Здесь у нас гостевой паркинг. Он находится у нас как раз-таки ниже, вот здесь вот под опорной стеной. Угу. Вот 122 квадрата, где мы вот сейчас и находимся. Да. Можно посмотреть на примере нашего офиса, как у нас это все. Слушай, а вот давай посмотрим. Да, вот смотрите, если кому нужно, поставьте паузу, пожалуйста. Вот поставьте паузу, рассмотрите, пожалуйста, планировку первого и второго этажа, как все спланировано. Как можно сделать здесь, да, собственно говоря, все. А мы сейчас с вами прогуляемся и просто покажем вам свои предположения, как мы, как можно было бы опять же сделать. Вот это у нас получается кухня-гостиная, да? Да, это у нас кухня-гостиная. Зашли мы отсюда. Да, да. Вот у нас просторная кухня-гостиная с выходом на террасу. Терраса у нас 40 квадратных метров. Давай сразу выйдем, покажем людям, чтобы у них было понимание примерно, что она себе представляет, эта терраса. Все, вы выходите сюда. Здесь, соответственно, допустим, стоят туечки, здесь ваши соседи. Аналогичная абсолютно ситуация. Вот вам 36 квадратных метров. Да. Вот вам светоотражающие окна. Вот у вас парковка, да, на две машины, на три машины. Я не знаю, сколько здесь. Там будет две машины. Здесь у нас, где земля сейчас, это зона бассейна, которую уделили особое внимание, с патио зоны. Нет, здесь будет большой бассейн. Большой бассейн и по патио все эти, да, там эти лежаки, загорать, кайфовать. Круглогодичный бассейн. Все будут здесь, да? Да, вот здесь у нас будет детская площадка и спортзона, где вы можете привести себя. Вот смотрите, друзья, да, что вот здесь внизу, да? Да, вот здесь вот на пятачке вот этом. Здесь же будет въезд в наш коттеджный поселок, там будет находиться КПП у нас. Смотрите, друзья, если кого-то напрягает, допустим, кто-то скажет, ой, наверное, будет шумновато и так далее, смотрите, вопросов никаких нет, смотрите, это сейчас на резерве застройщика шоу-рум, соседний продан. Дальше, какой вот мой товарищ купил, скажи мне? Самый крайний. Вот второй вот у нас, получается, дом стоит. Ну, пойдем туда, просто подойдем, сейчас немножко я покажу. Вот мой, товарищ купил, собственно говоря, Димыч, Дима, если увидишь это видео, привет, купил правый, соответственно, дуплекс. Это у нас дом с блокированной застройки. Вы получаете отдельное свидетельство на дом и на 122 квадратных метра. И на сколько там? Две сотки, да? Да, две сотки земли у вас будет. Две сотки земли. Под каждым домом вообще. То есть вот это продается? Земли. Вот это сейчас часть продается? Да, эта часть у нас продается. 122 квадратных метра, терраса 40 квадратов и потрясающий вид на море и город. Угу. А стоимость его 25 миллионов рублей на сегодняшний день. Вот. Я предлагаю сделать следующим образом. Сейчас зайдем к нам, покажем там планировку, а потом зайдем уже в черновой и покажем, как выглядит черновой. Да, отлично. Здорово, здорово. А я здесь снимаю, рассказываю, говорю, мой товарищ, говорю, купил, сейчас будет делать ремонт, а ты уже потихоньку здесь. Мы уже делаем этот ремонт. Ну все, я и там говорю, Димыч, привет, туда-сюда. Ну вот, видишь, все, видишь, это, зритель скажет, ну все, Димарик, не обманывай, Димычу можно доверять. Полным входом. Молодцы, пацаны уже там делают. Да, собственно, заходим на свои террасы. Это у нас кухня-гостиная, гостевая ванная комната. Так как у нас бизнес-класс, это у нас кабинет. Да. Либо все. Можно сделать гостевую комнату. Да, здесь, смотрите, либо кабинет, либо гостевая. Однозначно, все, проблем никаких нет. Все, захотели комнату, комната, захотели кабинет рабочий, кабинет. Все, все необходимое для жизни, сюда раз зашли, все, вот вам, пожалуйста, гостевой санузел, проблем нет. Вот как сделал застройщик, вот для примера, застройщик, кстати, может сделать вам ремонт без каких-либо проблем. Вот вам инсталляция, раковина, душевая, все необходимое. Гостевой санузел, он есть, кухня-гостиная, просторная есть, вот он, двери скрытого монтажа, все есть, выкрасы есть, теплые полы есть, керамогранит есть, ну все четко, короче. Вот, пожалуйста, захотели, здесь натяжной потолок сделали, это сейчас под офис, сами понимаете, да? То есть это стиль офиса. Да. Поднимаемся на второй этаж, здесь был шкаф, хоба, ручка отодвигает, и мы, собственно говоря, попадаем. Здесь подлестничное пространство, спрятать какой-то хлам. Поднимаемся сюда наверх по лестнице. Теоретически здесь должна стоять стена между соседями, она, естественно, и будет стоять, то есть из блока его будут выкладывать. А теперь здесь, смотрите по планировке. Очень интересный момент. Либо, Артур, извини, я просто сейчас вошел в раж, ты видишь, я вошел в кураж. Либо здесь получается спальня номер раз. И вот как раз мы стоим напротив второго окна, спальня номер два. Здесь выход на балкон, здесь выход на балкон. И здесь, допустим, можно третью спальню сделать, хотя сейчас как бы предусмотрено, вроде, что здесь ванна. Но у нас, если у вас есть потребность в спальне внизу, в трех спальнях вверху, то вот вам место, пожалуйста, потому что вот здесь стояк у нас есть, не вопрос воды и канализации, и вы можете ванну сделать здесь. Артур мне говорит, теоретически можно ванну сделать здесь, а здесь сделать, допустим, зону кабинета или спальни. Можно. Если нужно, то можно. Но нужно ли вам 4 спальни в доме? Это вы уже решаете самостоятельно.
Давайте про материал поговорим. Вот. Окна у нас Guardian Glass. Он вот расскажи людям, почему при таком качественном материале, фасаде, я видел, сколько вы бетона сюда вливали, земля денег стоит, все равно даже там 2 сотки, 3 сотки. Почему такие цены? Это низкие цены для Сочи. Людей это пугает. А мне многие звонят, а почему так дешево? А что случилось? А что-то может быть под арестом или что? А просто расскажи, почему так? Ну, собственно, у нас две причины. Это первое, то, что наш застройщик ведет сейчас примерно 19 строек по всему Сочи. Это Адлер, Центральный Сочи и Дагомыс. Собственно, скидки предоставляют у нас на все наши материалы. И в основном, допустим, алюкобонд – это у нас дорогой материал, если вы знаете. Да. Он у нас долговечный, 50 лет у него гарантия. То, что он не выцветит и ничего с ним не будет. Окна у нас Guardian Glass. Они отсвечивают солнечный свет и сохраняют тепло внутри. А земля у нас была приобретена 20 лет назад, до его роста. Соответственно, на этом у нас накрутки нету. Собственно, за счет этого всего у нас складывается такая вкусная цена. Вкусная цена, да. То есть людям не переживать ни о чем, чтобы они понимали, что все четко, все ровно, да. И что они действительно по цене квартиры в ЖК «Кислород» или, грубо говоря, там в ЖК «Сочи парк», да. Могут купить, собственно говоря, да. Хороший себе кусочек дома, но по документам дом фактически, да, могут купить. 14 миллионов, 2 парковочных места, у вас бизнес-класс, это потрясающее ландшафтное озеленение, у вас подсветка будет по всему комплексу, и плюс терраса 25 квадратов за 14 миллионов рублей, вы представьте, с таким вот видом. Ну классно, согласен. Свой собственный дом. 81 квадрат, это полноценная евро-трешка планируется, так что... Я понял. Хорошо, я тебе предлагаю, смотри, что сделать. Пойти сходить в соседний дом, который реально сейчас продается. Это же резерв застройщика. Он теоретически там сейчас не продает, он когда-то это будет продавать? Или если кто-то вот прям очень захочет, можно сесть за стол переговоров? Возможно. Этот дуплекс заберет застройщик себе, так что... Возможно, заберет себе, да? Ну, в общем, если будет желающий, надо спрашивать, так сказать, у вас, так сказать, да? Можно или нельзя? Ну что, сходим. Сейчас я возьму ключи. Давай, пока выходить. Все, возьмем ключи, хорошо. Так, ну что, мы, в принципе, вышли из офиса, чтобы у вас было понятно. Вот у нас здесь все есть. Вот так вот у нас подъездные, там у нас дорога. Нет, здесь у нас будет тупиковая зона, соответственно, въезд будет с этой стороны. Здесь будет асфальтное покрытие, ландшафтное озеленение, то есть полноценный бизнес-класс. Через этот дом никто не проезжает, да? Да, вот здесь будет у нас забор стоять. Все, будет заборчик стоять еще, да? Ваша территория здесь будет. Так, хорошо. Давай теперь тот по факту, который реально продается. Я бы, конечно, еще и к Димычу зашел, но надо звонить, говорит, Димыч, надо зайти, посмотреть. Так, все, это у нас продается, да? Да. То есть это фактически сейчас мы находимся в том один в один, как только что были, правильно? Да, да. Друзья, вот, конечно, вот так зайти, согласись, да, сколько раз, да, заходишь и занимаешься, голое пространство совершенно по-другому смотрится, да? Да. Вот, но тем не менее, друзья, вот, пожалуйста, вам зона кабинета, вот вам зона санузла, вот вам подъездное пространство, вот вам кухонная зона, и, ну, кухня и гостиная, да? Как да. Хотите, можете уже планировать. Также выходите, также, собственно говоря, вам вид на море, ну, потрясающий вид, на самом деле, на море во все, так сказать, стороны, поэтому без проблем. Если обязательства будут выполнены по поводу, я имею в виду, проводом и спрятаны, действительно, это будет вообще шикардос, и даже этого. И оно и так, знаете, оно везде, в Сочи везде эти провода, но они не так сильно вот, ну, не напрягают, но вот такой вот вид, конечно, просто шикарный. А вот это, что вы спрашивали меня, это просто теннисный видео, корт, это теннисный корт, и на самом деле здесь проводят занятия, тренировки. Да, да. И если вы занимаетесь, пожалуйста, можете приходить, здесь чисто никогда машин не бывает, подъезжает только одна машина, занимаются, уезжают. Классно, никого не слышно, ничего не это, не напрягает и так далее. Давайте посмотрим вид со второго этажа. Давай. Так, по локации мы разобрались. Саятнова нормально у нас получается, к центру мы доезжаем, проблем нет. Подтверждаю, 15 минут вы будете на море, это все, вопросов нету. Скажи мне, пожалуйста, что у вас здесь, ну, по свету, например, там будет, не будет газ там или как что? Все коммуникации у нас центральные, к концу года у нас проведут канализацию. И канализация тоже? И водопровод, да. Уже две улицы от нас, она тянется, но, говорят, к декабрю она будет уже у нас. Вот. Ведет ее наш город. Слушай, а эту мешком, эту перегородку вы поставили, да? Да. Ага, друзья, это то, что сейчас поднимались в офис, ее не было?
а получается у моего товарища вот там, за, да. Да. И вот вам, пожалуйста, как выглядит. Та же самая история, еще раз говорю. То есть проблем нет. Комната раз, комната два. Если есть необходимость, кабинет, либо это. Ну, я лично бы, у меня нет такой нужды, я бы сделал здесь ванну. Здесь все предусмотрено под ванну. Ну, может быть, вам ванна не нужна, делайте третью спальню, а ванну спокойно делайте здесь, небольшую, с душевой. Проблем нет. Блин, ну вид мне здесь вообще нравится, потому что, блин, не знаю, у меня в эту сторону прям вот шикарный, да, такая панорама, да, прям четко, если бы под закат приехать. Конечно, конечно, тишина, спокойствие, и вроде вот это, вот он, северный склон Бытхи, да, и, блин, ну 25, ну шикарно, ну шикарная цена, реально, вот я поражаюсь, шикарная. Шикарная цена. Вот тут по соседству не буду пиарить, какой-то коттеджный поселок там должен был строиться. Меня тоже раньше просили снимать, я не стал снимать. Ничего нету, муха не это, как говорится, да. Трактор ничего там только пару раз проехал, там по 80 миллионов уже что-то пару раз продали. Здесь 25 уже готово, да, уже все стоит, уже все видишь, и фасад есть. Сколько окна только такие сейчас стоят? Это же ну, дороговизна нереально, алюминиевый профиль, очень дорого все стоит. Ну вот это 25. Хорошо, давай покажем, что у нас есть из полноценного дома. Или из виллы, например. Там же у нас есть в этой очереди? Да, есть виллы. Хотя бы посмотрим. Просто визуально пойдем посмотрим, да? Здесь все понятно, хорошо, чтобы сильно долго не растягивать ролик. Здесь, в принципе, все понятно, вопросов никаких нету. Друзья, бюджет 25 миллионов, вам сюда. Один-един сюда на продаже? Вот. Да. Этот за 25 есть на второй линии у нас за 23 миллиона. Вот можно посмотреть в окно. А ну-ка, давай. Тоже с левой стороны у нас 23 миллиона. Мы можем туда подойти? Да, конечно. А почему он дешевле? Это вторая линия. Тут вид с первого этажа, там вид со второго. А ну пойдем этажа. Сравним, пойдем покажем людям. Так, дорогие друзья, чтобы у вас было понимание, мы только что были вот на первой линии, но это у нас тоже просто первая линия, а это у нас все первая очередь. Да. Это у нас виллы, да? Правильно? Да, это премиальная вилла у нас по 400 метров квадратных. Три виллы? Да, три виллы. С собственным лифтом, с собственным бассейном, два подземных паркинга у них и на нулевом этаже спортзал, либо винную комнату, что вам угодно. Ага. Слушай, а что такое с собственным лифтом? Это то, что есть место под лифт? Вы же не будете устанавливать? Будем устанавливать лифт. А, будете устанавливать? Да, конечно. А, ну хорошо. То есть лифт будет установлен, но отделка, естественно, наша. Хорошо. Да, отделка ваша. Хорошо, вопросов нет. А 400 квадратов ты сказал? Да. Давай сразу для зрителей. У нас есть разрешение, уведомление на все дома. На все. Да, да. Даже на вторую очередь. Даже на вторую очередь. То есть не переживай тем, кто, допустим, на вторую очередь хочет купить триплекс сейчас по акции за 14 миллионов рублей. Не переживай, что это просто деньги куда-то, в воздух. Это уже все, так сказать, изначальное мы строим по уведомлению. Да, да, конечно. Да, все. Вопросов нет? Хорошо. Сколько здесь земли у виллы? 4,2 сотки. 4,2 сотки под каждой виллы? Да. Все. Хорошо. Цена на эти виллы? 63 миллиона, 60 миллионов и 63 миллиона. А 63, 60 и 63, да? Да. Я понял. Наверное, верно. Связано с тем, что эти более видовые, да? Да, эти больше видовые. Хорошо, давай теперь покажем, соответственно, что мы хотели показать. 122 квадратных метра, дуплекс за 23 миллиона. Чтобы люди поняли, в чем разница. Давай отсюда пройдем. Давай, проблем нет. Собственно, здесь у нас терраса начинается, два подземных места, парковочных места. Да, вот это как раз-таки и есть парковка, да? Да. Которая, ну, будет парковка, да. Я имею в виду. Да, я помню, как вы делали подпорные стены, какие здесь перекрытия, обалдеть просто, конечно. Толщина удивляет, толщина хорошая очень. Так, вот, хорошо, теперь мы понимаем, что какой продается за 23. Вот как. А правый продан? Правый продан уже. Правый продан, хорошо, получается, вот это продается. Теперь смотрите, друзья, вы выходите отсюда, мы сейчас зайдем внутрь, и вот вы видите что? Вы видите тот, который мы только что вам показали за 25. Правильно? Вот он за 25. Почему он за 25? Потому что там у вас прямой вид на море, а здесь с первого этажа вы видите только вот между домами. Вот кусочек вы видите между домами. И все, вы видите между домами. Давай здесь пройдем. Теперь мы попадаем в вашу кухню-гостиную. И, соответственно, вы должны понимать. Вот готовы вы. Вот здесь, считайте, перегородка стоит. Этот продан, тем не менее. Вот если у вас здесь будет обеденная зона, вот вы будете видеть кусочек моря отсюда. Если для вас это важно, то вам стоит купить за 25 миллионов. Если вы хотите сэкономить 2 миллиона и потратить их последствия на ремонт, то все, не вопрос, покупайте его. Да. А так все то же самое. Все то же самое, абсолютно та же самая планировка. Давайте на второй этаж поднимемся, чтобы хотя бы люди скажут, ну ладно, там, что мы там экономим. Если 2 миллиона, что там на втором этаже происходит за эти деньги? Давайте покажем. Хорошее перекрытие. Вообще, в принципе, качество самой постройки, ну, хорошее, я тогда еще помню. Сколько вливалось сюда бетона. Ну, второй этаж, конечно, отличный.
То есть у меня нет вопросов к второму этажу. Та же самая абсолютно планировка. Да, мы сделали специально неэксплуатируемую кровлю, чтобы ничего не перегораживало вам вид. Ну, кровля, да. Зачем-то на кровлю людям еще, это, в принципе, до моря рукой подать. Ну, друзья, здесь, конечно, со второго этажа, с двух спален у вас будут шикарные виды. Поэтому, в принципе, если для вас не принципиально, 2 миллиона экономьте, пожалуйста, и берите эту. Разницы нет, по большому счету. Даже я хочу сказать вам, вот здесь вид еще у вас открывается отсюда, да? Не помню, вот с балкона первого этажа, с балкона за 25 миллионов. Вот этот боковой вид видите, да? Вот боковой вид на море, вот это я имею в виду. Нет, такого нету, да. Да. Со второго этажа там только видно. Да. Открывается, смотри. Здесь дополнительно, вот за этим деревом, видите, еще тут. Здесь панорамный вид 270 градусов. Леса немножко мешают, а так панорамный вид на горы, на город, ночью все это светится, да? Да, да. Не, красиво, хорошо, все ясно. Предлагаю все равно сейчас прям в онлайне выйти, заскочить в какую-нибудь виллу хотя бы примерно, чтобы было понимание. То есть дальше получается, из того, что вы можете пощупать сегодня, приехать и реально купить, это, соответственно, 25 миллионов первая очередь, 122 квадратных метра плюс 36 терраса. Это, собственно говоря, давай там выйдем, здесь леса стоят. Да. Это, собственно говоря, 23 миллиона рублей, 122 квадратных метра плюс терраса. И можете еще приехать и пощупать, собственно говоря, своими ножками пройтись по вилле. Выбирайте любую виллу. 400 квадратных метров на 400 земли. Здесь пройдем? Да, пройдем. Вот. И, соответственно, тоже можете посмотреть на качество, так сказать, строительства, на перекрытие, колонн, ну и всего остального, собственно говоря. Я вас еще раз подчеркиваю, пятый раз, что бетона здесь не жалели. Я видел все эти работы, когда этих вилл вообще еще не было, когда я снимал. Посмотрите мой старый ролик. Вот. Либо вы берете тогда вторую очередь. Что такое триплекс? Это получается там 240 квадратных метров, чуть больше, да, даже 250, наверное. Где? Поделенный на 3, триплекс. Да, совершенно то верно. 250 квадратных метров, такой же, грубо говоря, ну, возьмите, вилла, не вилла, там, ну, и поделенный на 3. Он будет сразу за... Да, сразу за виллами. Да. Этими. Какую мы можем виллу занапнуть? Можем какую-нибудь? Или вот здесь какую-нибудь? Давай пройдем на второй, на первый этаж. А, все, нормально. О, давайте. Сначала пустим Артурчика. Он пускай первый, полегче. Друзья, вот ради вас, посмотрите, все ради вас. Дмитрий Александрович, вот. Одел ради вас, я не знаю, как это называется, что за ботильоны. Ради вас, господа, иду. Можно пройти туда, посмотреть. Так, это мы сейчас находимся в вилле, которая за 60 лямов, да? Да, совершенно верно. Вилла за 60 миллионов, так. Вот это арматура, так арматура, я понимаю. Так, теперь у нас, это самый, это за 63 миллиона. Да, 63 миллиона. Ребята! Давай. Как вы видите, эту площадку сейчас выравнивают под четвертую линию. Да, вот как раз таки по четвертой линии вторая очередь. Друзья, так. Вот такой вот вид тут открывается. Фух, это целиком, я так понимаю, все это наше, да? Ну, да, то есть все это вся ваше. Вилла, столько комнат, там уже свободная планировка. Зайду, нет? Как ты думаешь? Получится. Ребята. Ну, вот это да. Вот это я понимаю размах. Ух, это размах, так размах, серьезно. О, еще лестница даже, да? Да, лестница, лифт, зона лифта. Обалдеть, вот это все размах, 400 квадратов. Вот. Так, давайте отсюда покажу, в принципе, чтобы тебя туда не таскать, ну, не заставлять заходить. Вот, смотрите, сейчас у нас проводились работы, маленечко даже застрял экскаватор. Ребята немножко посмотрят, были дожди, осыпается грунт везде. Сейчас ребята раскопаются и дальше, соответственно, продолжат здесь планировать участок. И где-то, скажи мне, где будет отстоять триплекс? Ну, их два. Собственно, вот здесь уже начинается. Их будет два, да, триплекса? И два отдельно стоящих дома на первой. Да, совершенно верно, да. Один остался только в продаже на четвертой линии. С пятой линии триплекс уже стоит 17 миллионов. Мы сейчас вернемся с вами, друзья, в отдел продаж. Я вам еще раз покажу шахматку, объясню, где мы были. И покажу, то есть здесь будет стоять триплекс, здесь будет стоять триплекс, здесь будет один настоящий дома. И еще выше получается, ну, две линии. Да, две линии одинаковые линии. Чем выше, тем круче. А там я потом поднимусь, видите, там верс написано. Верс продает этот объект. Вот, молодцы ребята, много чего продают. Вот, я, соответственно, подниму сюда и покажу вам, какие там виды. Вон, видите, Дмитрий Александрович машину припарковал. Он свою малышку у жены забрал и припарковал. Все ясно, все понятно. Либо у вас 60 лямов, вы покупаете, собственно говоря, вот такую виллу. Блин, ну для такой виллы 400 квадратных метров, блин. Это шахта, да, лифта? Да.
Ребята, это серьезная конструкция на самом деле. Для такой виллы, в принципе, блин, 60 миллионов с такими видами. Вот это вид, я понимаю. Ну, шикарный, шикарный. Я имею в виду вид за эти деньги. То есть, вот мои искренние восхищения. Обалдеть. Мне даже страшно ходить блин, здесь. Обалдеть, какая высота. Класс. Так, скажи мне, что здесь будет еще застройщиком сделано? Какие-то ограждения, или это уже все на... Здесь, конечно же, стекло будет проходить, как и на дуплексах впереди. Ага. Там можно все было видеть. Так, все. Вот здесь керамогранит. Я сам кладу? Да. Нет. Конечно же, это наши работы будут. А, вы? Также алюкобонд будет. Да, то есть фасад, все это понятно, да? То есть фасад, да. Кровля. По примеру, первой очереди то же самое. Все, понял. То есть внизу и здесь облагораживаете территорию вы, да? Да. Слушай, ну круто. Так, это я понял. А из этих что продано? Все продано, кроме этого дома, за 23 миллиона. То есть, короче, у нас это 23, там 25, и вот эти вот 63. Да, да. И все. Да. Ну и дальше уже пошла вторая очередь, которая там... Вторая очередь, первая линия, 14 миллионов, триплекс один остался. Самый один. Ну все, идем в офис и, соответственно, там продолжим. Друзья, мы вернулись в офис, я покажу вам еще несколько картинок здесь на рендерах, чтобы у вас было понимание все-таки, что здесь, чему еще, как это все будет выглядеть. Понятно, что все это картинки. Площадь планировки триплекса я вам показал, если что, паузу поставьте, как раз таки для моего клиента. Григорий, смотри, пожалуйста, внимательно изучай. А вот, 122 квадратных метра, пожалуйста, внимательно все изучайте. Вот. Мы просто немножко в начале видео затроили по поводу размера бассейна. Сейчас мы вам точно уточним, я вам уточню, сколько будет бассейн, потому что мы перепутали, сказали сначала 5x7. 5x7 это будет на виллах. Виллы, которые 60-63 миллиона рублей, 400 квадратных метров, там будет бассейн. Бассейн, тоже чаша будет залита, там будет чаша 5x7. Вот, так, дизайн-проект, первый этаж, все дела, ну вот вам, пожалуйста, такой дизайн-проект, вот вам, пожалуйста, дизайн-проект второго этажа, вот посмотрите, пожалуйста. Бассейн у нас будет 7,5 на 15. 7,5 на 15, разобрались, я потому что помню, что, я думаю, как он стал меньше, да там еще такой котлован, ну то есть видно, что место под бассейн, да, мы немножко с Артуром затроили, ничего страшного, бывает. Вот, поэтому как бы окей. Хорошо, и давай, значит, напоследочек, прежде чем я пойду еще покажу виды. Напоследочек, это одинаково шахматки, да? Да. Друзья, открываем, значит, показываю вам. Давай, ты меня поправляйся, я что-то не прав. Мы, значит, были с вами, мы сейчас с вами находимся, еще раз говорю, вот здесь. Это мы с вами, извиняюсь, мы находимся вот здесь. Мы находимся вот здесь. Значит, здесь у нас продается за 25, мы вам показали из-за чего. Вид потрясающий и так далее. Мы сходили с вами на вторую по акции за 23 миллиона. Вы тоже посмотрели. Здесь, видите, все продано. Здесь тоже все продано. И вот вам три виллы. Пожалуйста, 63 миллиона, соответственно, 63 миллиона и 63 миллиона рублей. А, 63 и 63, да? Мы были в 15, да? Да. Мы да. были в 15. Все. И вот вам вторая очередь, которая только что начинается подготовка. Там сейчас, на сегодняшний день, вы можете купить, допустим, себе самое дешевое по акции триплекс за 14 миллионов. Вот, 14 миллионов, вот оно. Продано. Вот вы красавчики вообще. То есть, в первую очередь, главное, продали. 100% народ раскупил, потому что такая относительно, да, ну, более-менее приемлемая цена, да, была. Вот они пошли, соответственно, тоже же триплексы, да, все это. 18, да. 17 и один настоящий дома, да. 35 и 36. Два отдельно стоящих дома, да? Да? А это все пока что под резервом, потому что, ну, непонятно. Это тоже дуплекс и дом. Да. Дом. Ну все, и на все это уже разрешение сделано, да? Да, разрешение. Так, смотри, доплата за газ вижу. Скажи мне сразу, пожалуйста. 250 тысяч доплата за газ у нас будет. Что бы я ни купил. Что бы вы ни купили, да, 250 тысяч доплата за газ. Это котел. Котел. Стоимости, ну и, соответственно, ну, котел подведение. Это уже там соточка там. Ага. Да. Ну и плюс. Подведение, да. Все, друзья, чтобы не было непонимания, чтобы Дмитрий Александрович там не сказал, 250 тысяч за газ. 38 домов с приватной охраняемой территорией, панорамный вид на море подтверждаю, горы, город со всех домов подтверждаю, тихое место подтверждаю, 38 домов подтверждаю, бассейн, разобрались, 15 на 7, хороший. 7,5 на 15. 15, детская спортивная площадка будет, написано сауна. Финская сауна, да, на территории бассейна у нас будет. Все. Финская сауна, ландшафтный дизайн будет, два парковочных места на каждый дом, согласен, гостевой паркинг, согласен. А за гостевой паркинг где будет? Вот здесь внизу, да? Да, здесь. Все. Под опорной стеной будет. Все, под опорной стеной. Все, друзья, Монтевиль Виллэдж, такие цены, я вам уверяю, ну, как бы это нонсенс. Попробуйте найти, как бы, ну, круто.
Буду приезжать, буду транслировать. Тебе спасибо за уделенное время. Спасибо огромное. Дай Бог, что-то получится, приедем. Да? Да. Хорошего дня. До свидания. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ну что, мои хорошие, что, мои дорогие, что, мои любимые? Уэрси Монтевиль Вилледж. Ну что, круто, забрался на самую вершину. А здесь, посмотрите, какой здесь вид панорамный на горы. Вай-вай-вай-вай-вай, это Камказ. Ну не красота ли? Просто красота, красотища. Ну что, мы с вами все посмотрели. Да, действительно, цены просто, ну, оставляют не то, чтобы прям впечатления сногсшибательные, нереальные, просто нереальные впечатления. Здесь планируется еще один коттеджный поселок. Как они там все по 80 миллионов, вот это еще просто землю пораспродали, я, конечно, удивляюсь, не понимаю, но тем не менее. У нас, значит, еще раз, мы посмотрели вот эти три шикарные виллы по 400 квадратных метров. Еще раз. Это 60, справа 63, слева 63. За ними идет, соответственно, очередь дуплексов. Там один единственный дуплекс остался в продаже 23 миллиона рублей, это 122 квадратных метра плюс терраса 36 квадратов. И на первой, собственно говоря, у нас линии один единственный дуплекс не проданный, один в резерве, где сейчас шоурум у застройщика, да, офис продаж. Тот, который, соответственно, не продан, 25 миллионов, его я и рекомендую. Либо вот здесь вторая очередь, тоже будет три линии, здесь будет несколько один настоящих домов. И, собственно говоря, здесь еще будет у нас триплексы. Триплексы. 81 квадратный метр по акции. Самый дешевый, 14 миллионов рублей. Заберите его на перепродажу. Либо, собственно говоря, вы просто-напросто оставите его себе. Потому что еще раз, вот вам Сочи парк, вот вам кислород. Разница, я сейчас до туда доеду максимум за 10 минут, понимаете, а за 15 буду уже на море загорать, чего я, собственно говоря, сейчас и сделаю. И там 20-21 миллион минимум вы заплатите за такую площадь аналогично. Вот вам разница. На 38 домов получено разрешение. Все это строится, все центральные коммуникации, поэтому, господа, только единственное, что за доплату 250 тысяч за газ, когда он, собственно говоря, здесь будет подведен, обещаю в ближайшее время. Я вас всех крепко обнимаю. Напоминаю вам в четырех вещах. Подписаться на канал. Вам это ничего не стоит, для нас это развитие. Я вас люблю, обожаю. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Потом поставьте, пожалуйста, лайк. Нажмите на колокольчик, и тогда вам будет приходить уведомление о следующих видеороликах. И, конечно же, напишите свой комментарий. Не очень злостный. Можете критика. Критика воспринимается. Но всякие оскорбления нет, сразу в бан, сразу в блок. Нас такие люди в семье не интересуют. Пожалуйста, Инстаграм, ВК, Телеграм-канал, Яндекс.Зен, Рутубы, Ютубы и так далее. Это все, господа, есть у нас в описании под каждым роликом и в ссылочке профиля. Если вам нравится следить где-то немножко за семейной жизнью, где-то за общественной жизнью, а еще иногда и за стройкой, переходите, подписывайтесь на те социальные сети, которыми вы пользуйтесь. Там я периодически тоже выкладываю всю эту информацию. Все, Димочка вас всех любит, Димочка вас всех обожает. Спасибо огромное вам и низкий поклон. Если вы хотите сделать ремонт, то 15 тысяч за метр квадратный уже с премиум материалами, господа. Предчистовой ремонт мы вам делаем. Чистовой ваши материалы от 8 тысяч рублей за квадратный метр набирайте. Без проблем. Ремонт, господа, это ко мне. Строительство по лучшим ценам в этом городе. Я могу вам построить все, что угодно. Ну, капитальное, монолитное, на сваях и так далее, тоже по монолитной стройке, по подпорным стенам и так далее, это к нам. И, конечно же, господа, доверительное управление. Если у вас уже есть что-то, апартаменты, квартира с ремонтом, вы хотите это сдать, пожалуйста, подписываем договор, держим рейтинг 10 из 10, и вы по договору на расчетный счет получаете деньги. Строим, делаем ремонты, доверительное управление исключительно только по договору. А если вы решили купить где-то какой-то объект недвижимости, вам дали уже какую-то цену, Сочи парк, кислород, любой жилой комплекс или апартаментный комплекс в городе Сочи, либо земельный участок, либо дом, первичка или вторичка, просто наберите мне по номеру телефона, который вы всегда видите в левом нижнем углу экрана, скажите: Дмитрий Александрович, мы хотим купить вот это. Какую ты нам можешь дать цену? Нам дали вот такую. И получите от меня приятный бонус в размере там 50 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, 250 тысяч рублей. По ситуации, насколько смогу прогнуться, я прогнусь для того, чтобы, собственно говоря, сделать, оказать вам качественную услугу, а вы, соответственно, принесете мне определенный заработок. Все. Я вас обнимаю, все кратко, понятно, все по существу, ничего лишнего. Хватит болтовать. Семья, я вас всех люблю, счастье, здоровье, любви, я вас всех обнял. Пока-пока. Пока, семья. Куда вам? Вот в эту сторону направить? На море сказать пока-пока. Или все-таки в сторону гор. А давайте все-таки в сторону гор. Пока-пока, семья. Пока-пока.